розкіш та бідність, ошатність квартири в багатоповерхівці та пишні простори, село та місто. Із моєго вікна відкривається вид на весь Харків. В домі тільки виключно топим печкою. Найконтрастніша програма «Панянка-селянка» починається просто зараз. Це взагалі клас. Давай, бубсик! Красуня-харків'янка із незвичним іменем та неабиякими амбіціями. Місяць мій доход від 2000 євро до 3. На 3 дні потрапить у життя скромної мами-одиначки. Я навіть не бачила дорогих речей, украшень. Цікаво, як дівчата долатимуть труднощі? Дивні моделі, це дуже холодно. Чи зможуть вони знайти спільну мову з навколишнім середовищем? Чужі життя просто вражають та неабияк спантеличують. Ого-го, не пропустіть, тільки на ТЕТ. У Світлани не дуже удобна кровать. І взагалі у Світлани не дуже хороша життя. Ну, я тепер Світлана Вікторовна, извините, будь ласка. Друга столиця нашої країни – місто Харків. Це місто студентства та молоді. І хоча наша перша героїня вже давно закінчила навчання, молода та амбіційна – це точно про неї. Мене звати Іла Салтовська, мені 22 роки, я з міста Харків. Я працюю управляючою в продакшені, який займається производством фото і відео. Наші зображення люди покупають для рекламних кампаній, для якихось статей. Я займаюся повноцінною організацією. Ребят, впереди у нас очень ответственная неделя, поэтому предлагаю сразу определиться, кто чем будет заниматься. Я живу на 24 этаже в двухкомнатной панорамной квартире. Это моя комната. Обои выполнены в стиле барокко, с вентилями и тканевой основой. Из моего окна открывается вид на весь Харьков. Этот вид всегда меня успокаивает. В своей квартире я живу одна, и здесь все для того, чтобы мне было комфортно. Одно из моих любимых платьев – ретро-стилик, стоимость его 500 евро. А это моя норковая шуба, стоимость ее 2000 долларов. Зарабатываю я сама. В месяц мой доход в районе от 2000 евро до 3. Деньги для Илы – это, мне кажется, всего лишь средство свободы, не более того. Водить машину – это моя давнешняя мечта, и для меня это кайф. Я считаю, что не только лицо должно быть красивым, а и все тело. Поэтому я очень люблю заниматься спортом. Это флай-йога. В основном все мои друзья – это мои коллеги. Мы очень много времени проводим вместе на работе. Соответственно, вместе любим расслабиться. Не страшно за твой маникюр. Как ты колоть дрова будешь? Да. У меня должен быть кто-то в помощнике. Если у меня будет ребенок, будет все делать сын или дочь. По жизни я совсем не боягуз, поэтому я постараюсь держать себя в руках и вот показать всем там в селе, как ведут себя деловые, успешные девушки. На Миколаївщині, у селі Садове, живе 27-річна мама і просто працелюбна красуня. Наша друга учасниця. Я Рашкевич Світлана Вікторовна, проживаю в Миколаївській області, село Садове. Це наш будинок з Кірою, в якому ми живемо. Проживаю я з дочерю Кірою, вдвоєм. Це моя кухня. Газова плита. Я готовлю тут кушати літом і зимою. Это прихожая. И также это моя спальня. Это комната моей дочери. Это печка, которую мы зимой топим. В доме нет ни газа, ни электрического отопления. В доме только исключительно топим печкой. А кого ты рисовала? Тебе. Меня рисовала? Да. Красивый? Угу. 6 лет назад я познакомилась с мальчиком в баре. Были очень приятные ухаживания, мы гуляли ночью. Были разговоры о серьезных отношениях и о построении семьи. Когда я узнала беременна, я была уже беременна 3 месяца.
то в данный момент мы разошлись. Тяжело одной все тянуть. Двор у меня большой. Есть два ореха, которые дают прибыль. 500 гривен в год. Собираем, сдаем. И на эти деньги я могу купить ребенку сладости, лекарства. Хозяйство у меня по сравнению с селянами маленькое. Там у меня кури, получается. Это моя коза Марта. Она доится один раз в день. Это наш огород. На огороде работа не прекращается. В данный период мы садим зимний чеснок. Летом у нас заработок есть, как я работаю на полях. Зимой я живу за то, что оформляю детские, это матери-одиночка. Я занимаюсь вязанием, продаю носки вязаные. Вот моя кофточка, которую я вязала вручную, крючком. У меня на нее ушло 150 гривен и 3 месяца работы. Вещи я покупаю в основном на секонд-хенде и в растаможках. Это платье стоит там 200 гривен. На Новый год могу одеть, на дни рождения сходить. Я хочу поменяться с панянкой, потому что я даже не видела дорогих вещей, украшений. Я не представляю, как эта вещь, допустим, может стоить очень больших денег. Как ее так вот можно, как говорится, купить? Мандри чужими життями починаються просто зараз. Панянка Іла із яскравою валізою жваво вривається в нове життя. Іла, привіт! Я мешкаю в селі Садове Снегирівського району. Рушаю маршруткою до Баратівки, а там тебе зустрінуть. Твій бюджет на сьогодні 12 гривен. Чесно, я навіть не знаю, на що мені в день вистачає 12 гривен. Сьогодні дізнайся, як воно прожити на 12 гривень весь день. А зараз шукай маршрутку. У вас автобус? І у мене теж. А как, куди ви їдете? На часове, а мені в Баратовку треба. Це з нами поїхати. Да? Спасибо. Чим зараз займається в селі в таку погоду? Курі, корови, тут треба робити. Они... Ролики якісь там. Кожен день. Кожен день. Кормити, убирати, да? З 7 до 6 до вечора. З 7 утра? Или да. 6. Из 6. Я встаю всем для того, чтобы накраситься и собраться, но не кого-то там еще кормить. Вам счастливо. Спасибо. Там порядок в селе наведите. Да, обязательно, не сомневайтесь. Ну що, не все так погано? Виходить, на тебе вже чекають. Я, конечно, догадывалась, что за мной Infiniti не приедет, но вот это просто самая-самая креативная тачка, которую я когда-либо видела. Мы доедем? Ты нормально? Мы живы останемся? Да. А пристегнуться? Тим часом у Харкові селяночка також виходить на залізничному вокзалі. Проте зустрічають її зовсім на іншому транспорті. Здравствуйте. Мене встретив дуже красивий мужчина, такий статний, широкоплечий. Меня Вадим зовут вас. Светлана. Очень приятно. Это мне? Да. Спасибо, боже, как приятно, какой красивый. Вот так, чтобы непредсказуемо мне подарили цветы, такого не было. Сейчас я вас отвезу в вашу новую квартиру. Вау! Света очень похожа на девочку из сельской местности. Видно, что она занимается физическим трудом. Как зовут панянку? Ила. Это Ила. Наш большой друг и соучредитель нашей компании. Наша компания занимается видео- и фотопродакшеном, и Ила – соучредитель. Это очень круто. Конечно, что такое продакшен, я не поняла, но я согласилась с этим, что все-таки я понимаю и разбираюсь в этом, что это такое. А сколько ей лет? Ей 22 года. А замужем она? Нет, она не замужем. Живет сама.
Света, а откуда вы приехали? Я с Николаевской области. Маленькое такое село Садовое. А где вы работаете? Сезонная работа на полях. Это уборка овощей. Сколько ты заработаешь, это все твое. У нее чувствуется, есть амбиции, которые она никак не может реализовать. Если бы ей поменять жизнь, то, я думаю, она могла бы чего-то достигнуть большего. Светлан, а вот дом Евы. Ух ты! Он такой огромный. Я в таких домах раньше не была. Хорошо отдохнуть. Спасибо, до свидания. Счастливо. Одразу після невеличкої паузи. Чим ласує паняночка в новому житті? Очень даже вкусно. Это говорит о том, что девушка наверняка хорошая хозяйка. Перші враження селянки від тимчасової оселі. Ой, красиво жизнь не запретиш. Та чому паняночка курей злякалася? Ви не можете цього пропустити. Мечти збиваються. На Миколаївщині пані доставили додому з вітерцем. Тож Іла, не вагаючись, заходить до нових володінь. Сумасшедшая грязь. Очень сильно холодно. Ой, ура, в домі теплее, чем на улице. Я решила сначала начать осмотр дома. Ну, дабы согреться. Угощение. Я-то Светлане ничего не оставила, и мне вроде бы как бы стало немножечко стыдно и неудобно, но на диете посидеть тоже как бы полезненько. Очень даже вкусно. Это говорит о том, что девушка наверняка хорошая хозяйка. Девушка вяжет. Как-то не густо. Ненормально, чтобы у девушки была всего лишь на тушь и пудра. Светлана. Эх, гардероб. Открываем чудо-дверь. Светка держит все в одном стиле. Ретро-шкаф, внутри открываешь ретро-одежда. Наверняка сама себе связала вот такую чудную кофтейку. Не, на самом деле неплохо. Вот это, наверное, та кофточка, которую бы и я могла одеть. Все остальное, все достаточно серое, как Светин двор, как Светин дом. Обувь. Вау, да это, кстати, даже очень-очень модная обувь. И вау, разбавить любые наряды можно вот такими вот крутыми балеточками. У Светы всего лишь две пары обуви. Мягко говоря, это совсем, это очень, это капец как мало, потому что у меня, наверное, раз в 25 больше, чем у нее. Ну, не всім же бути панянкою, правда ж? А тепер чимчикуй двір досліджувати. Туалет, я надеюсь, ты не здесь. Какая фэшн-дверь? Красненькая. Ой. Кури! Я вообще терпеть не могу курей! Коза! Коза, ты реально мое спасение, потому что курей я боюсь больше, чем тебя! Здесь мне больше делать нечего, потому что это не для меня. Вуаля, я нашла кухню! Газовая плита, я не дружу с газовой плитой, поэтому вот эти вот все газовые баллоны, не знаю, мне всегда кажется, что они взорвутся. Как-то я некомфортно себя ощущаю на этой холодной, грязной, смертной кухне, поэтому я ухожу. Ну то й правильно. Там мама с донечкою твоей тимчасові вже прийшли с тобою познайомитись. Когда я увидела Илу, такая маленькая, такая тендитная девочка. Как вас зовут? Инна Владимировна. Меня зовут Ила. Да, очень приятно. Тетя Инна достаточно неплохо выглядит, как для сельской женщины. Поэтому я даже предположила, что Кира – это дочь тети Инны. Мою дочь зовут Светлана, ей 27 лет. Она живет в этом доме? Она живет одна? Или... Одна. Одна с доченькой, я так да, понимаю? Да, с доченькой, да.
такой нюанс, я не нашла ванную. Где вы вообще купаетесь, я не знаю. Как вы это делаете? Ну, в обыкновенных ваганах. Это что? Да. Вагона, это что-то там вешается, да, потом водичка сливается. Нет, ну это большой как тазик. А, это тазик, да? Мамочка, где? Иди ко мне, солнышко, зайка, боже мой, класс. Спасибо. Она не сразу, не каждому пойдет. Вот это было знаком, они так сразу подружились. Поки Кіра звикає до нової мами, її справжня матуся на іншому куточку нашої країни, у Харкові, знайомиться зі своїми тимчасовими апартаментами. Вау! Ну, здравствуй, моя нова квартира. Ух ти! Люстра така красива, як будто брильянти висять зверху. Вона дуже дорога. Все було в приємних тонах, уютно. Камін, походу, електричний. Я б собі таку хотіла замість своєї печки. Так підійшла, кнопочку нажала і тепло. Ух ти! Це, я так розумію, її спальня. Ой, красиво жити не запретиш. Такі м'які матраси. У мене, звісно, вдома трохи скрипять, а тут так ляг, розслабився. Це, я думаю, гардеробне. В шкафі можна, да, поставити ще одну кровать і можна зробити ще одну кімнату. Вау. Та да, от це що таке? Та какую-то, мабуть, та ні, не котик. Такую я перший раз бачу. Я такое б не одягла. Це, мабуть, її діловий костюм. Нічого собі. Это мой любимый цвет. Вот такой, конечно, классный. И я почувствовала себя как руководителем компании. Ну, я теперь Слана Викторовна, извините, пожалуйста. У нее есть вкус. Вау, еще одна спальня? Вопрос, а может, то была гостиная? Не гостинна, а гостьова спальня. Так, адже панянка часто приймає вдома гостей. Очень красивый вид с окна. Ой, как высоко. Страшно. Как мурашки по коже. Такое ощущение, если я еще шаг сделаю, и я, наверное, так... Я почувствовала себя хозяйкой. Так все быстро нравится, все так быстро устраивает. Все как будто полжизни так было. Почитай ще конверти з завданнями, які тобі панянка залишила. Може, і завдання ви одна одній лишили схожі. Привіт, Світлана. Рада вітати тебе в твоєму новому житті. Збирайся, на тебе вже чекає моя подруга, яка відведе тебе в рай для дівчат. Залишаю тобі 2000 гривень. Насолоджуйся, Іло. Ух ти. Денюшки. На Миколаївщині Іла вже перевдяглася, відпочила трохи з дороги, зігрілася і готова до перших звершень. Так, ну що, доченька, я готовлю кипяточок, а твоя задача спіймати курочку, там, петушка. Ну що спіймаєш? Це, мабуть, вот самое стрёмное, що со мною могло произойти. Я не могу этого сделать. Оказалось, что она очень боится петухов. Боже, я не могу остановиться, потому что я ненавижу этих курей. И прождала, наверное, минут 30-40. Ты так долго. Уже вода выкипает. Мама, помогите мне, пожалуйста. Ну вот, смотри, я тебе сейчас какого? Покажу. Направьте меня. Она просто ее словила вместо меня, за что ей огромное спасибо. Вот так берешь и стараться так, знаешь, вот так отрезать голову. Вот он лежит, смотри. Только тогда я поняла, что мне придется расправиться с этой курицей. Я не могу его взять за голову, я вообще не могу его трогать и убивать его. Давай тогда топором его убьем. Просто будет... голову отрубим? Отрубим, да. И все? И все. И за голову держать не надо? Не надо. Размахиваешься? Прости, пожалуйста, зайка, я тебя прошу, прости меня, пожалуйста, за то, что я сейчас... Только сильнее так. Раз, два... Нет. Оглушила только. Давай, прости, пупсик. Да, рубай. Мне его жалко. Он сейчас умрет. Мне его жалко, я не могу. Я сейчас вам...
давай. Начала, давай, нам нужно... Вот. Наконец-то. Мы это сделали. Все? Все. Нет. Мне ее очень было жалко. Тож обпатрала та приготувала все мама. Іла тільки готовий супчик донеці виносить. Супчик готов, так що можна пробувати. Шкурочка, пахне. Вкусно тебе вийшло. Да, спасибо, моя солнышко. Ребенок покушав, був доволен, з заданням справилася. У Харкові Світа й гадки немає, як її донечка. Дівчина заходить в розкішний спа-салон. Тут на неї чекає подруга панянки. Здравствуйте. Мене звати Аліна. Світа, дуже приємно. Я подружка Іли, і ми зараз з тобою пройдемо на масаж спеціями. Ти знаєш, що це таке? Ні, я даже представлення не маю. Значить, я зараз тобі все покажу. Пойдем за мною. Такой приятный запах этих специй. Ощущение, как будто песок тебе в кожу втирают. Это очень круто. Вообще я мечтала о массаже. Мечты сбываются. А ты первый раз в спа-салоне? На салон не хватает денег. На себе нельзя экономить. Ты же у себя одна. Нет, я у себя не одна. У меня есть дочь, которой 5 лет. Я ее воспитываю одна. А мне сначала надо думать о дочери, а в последнюю очередь я думаю о себе. А почему так получилось? Я думала, что будет все серьезно, будет семья, у ребенка будет отец. Ну, получается, мы разошлись в мнениях, в жизни. Когда родила, сказала, что у тебя дочь. Ну, в итоге, ну, человеку все равно, человек не хочет видеть свою дочь. Я благодарна за дочь, но обида где-то существует маленькая. А другого мужчину найти? В селе трудно очень найти. Вот, конечно, хочется, но я не встретила еще мужчину, который достойно относился к ребенку. В свете есть однозначно стержень, в ней очень большая сила внутри. Она поэтому не дает выхода ее женственности. Женщина не должна забывать о том, что она все-таки хрупкое существо. Как тебе процедура? Я такое первый раз, такое еще не ощущала. Я надеюсь, что ты на этом не остановишься и дальше будешь себя баловать. Малышку, как, кстати, как девочку зовут? Девочку зовут Кира. Девочка должна видеть, как мама, женщина, счастлива, тем более девочка. Но она должна уважать себя в будущем. А если ее мама сама в себе во всем отказывает, то откуда в ней взяться у этому уважению? Ты же не хочешь, чтобы она повторяла твою судьбу. Ты должна подавать пример своей дочери, что женщина должна нести себя с достоинством. Женщина достойна быть лучшей. Я согласна с Алиной, потому что она действительно права. У нас в селе, как оно в жизни? В селе все тихенько, скромненько, спокойненько. Нету мыслей думать, кто на первом плане, кто на втором плане. Тому зараз, вкладаючись у тимчасове ліжко у місті, у тебе є змога переосмислити своє життя. Іла на Миколаївщині також не бариться і тупотить у теплу постіль. Другий день найемоційнішого реаліті-експерименту «Панянка селянка» починається у Харкові. За звичкою, Світа прокидається раненько і одразу помічає конверт із завданнями. Доброго ранку, Сонько. З самого рання відправляйся на мою роботу. Там ти маєш відчути себе частиною б'юті-індустрії. Б'юті-індустрії – це на те, що тут нове. Далі спробуй на собі послугу наших нових клієнтів. А ввечері подбай про тіло в польоті. Я не знаю, самоліт. Бюджет на сьогодні 3000 гривень. Б'юті-індустрія – це індустрія краси. Тож не бійся і впевнено заходь до фотостудії. Здравствуйте. Добрый день, меня зовут Александр. Светлана. Это Алина, ассистент. Сегодня тебе предстоит работа Илы. Ила не только управляющая, она еще модель. Сегодня тебе предстоит та же работа. Я буду моделью? Вот сегодняшний наряд твой. Вот. Я, конечно, немножечко закомплексовала. Не знаю, что-то внутри мне сказала, может быть, не надо. Вже замить! Важка робота панянки. Холодний, мокрий. Колапс у селі. Вот. Вот нормальний ход. Політ над містом нормальний? Казкові черевички Іли. Самое лучшее просто пара обуви, которая у меня была.
та світ догори дригом. Чувствую себе літучою мишою. Найцікавіше попереду. Давайте доїть. Обожаю доїть. У Харкові селяночку змінили до невпізнаваності. Індустрія краси працює на всі 100. Тепер і Свєта має показати, на що вона здатна. О, смотри, первое – это раскрепощенность. Это самое главное в кадре. Окей, второе – тебе нужно будет работать. Пытаться максимально быстро менять позы, не стоять на одном месте. Тебе понятно? Да. Давай сейчас посмотрим, как ты будешь это делать. Сделай взгляд более выразительный. Так, расслабься немножко. Такое ощущение, как будто это моя работа. Тебе нужно двигаться хотя бы миллиметра в одну сторону, в другую сторону. Замешательство было, пока я не начал ее раскачивать. Давай, 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 давай. Хорошо, поехали. Давай, вот. Это очень сложно. Я думаю, что моя импровизация в кадре получилась. Я думала, это будет намного легче. Прогресс был виден на лицо. Она начала все лучше и лучше позировать, что было для меня неожиданностью. Плюс она очень старалась. Сейчас сделать кадр, в котором бы ты смотрелась гармонично вместе с жидкостью. Наша жидкость – это будет молоко. На меня будут выливать? Да, на тебя будут выливать. А почему бы и нет? У нас с Ильей точно такую фотосессию никто не сделает. Поехали. Раз, два, три. Это был шок. Оно было холодное. Я испугалась. У меня все тело продрогло. Холодные, мокрые. Всегда, всегда тяжело работать моделями. Ты не должна показывать, что тебе холодно. Раз, два, три. Итак, раз, два, три. Я старалась, потому что мне хотелось побыстрее сделать так, как оно должно быть, чтобы на меня вылилось меньше молока. Повторный дубль. Бедные модели, это очень холодно. Раз, два, три. У меня были одни мысли. Горячий чай, теплая постель. Горячий чай, теплая постель. Отлично. Я думаю, что у нас уже есть кадр. Ты молодец. Я тебя поздравляю. Давай. Это очень тяжелый труд. Это даже, можно сказать, тяжелее моего труда в селе. Здесь требования большие. На Миколаївщині панночка тільки прокидається від солодкого сну і обережно заглядає у конверти з завданнями. Доброго ранку, панянко. Вставай хочіше до роботи. На тебе вже чекає Марта. Як закінчиш, забезпеч мою родину раннім врожаєм. Я попробую. Твій бюджет на сьогодні – цілих 0 гривень. До Марти вдягайся тепліше, бо кізонька чекає на вулиці. А що до чого, пояснить нова мама. Илоночка, нам нужно сделать процедурку козочке, хорошо промыть кишечник. Козочки, клизмочку. Да, козочки. Точно. Точно. Уверены. Да. Уверена. А что делать с тем, что я никогда этого не делала? Вдруг я наврежу вашей козочке. Неприятно. Все-таки эту процедуру нужно сделать. Доить. Она же уже хочет доиться. Доить? Давайте доить. Обожаю доить козочек. Вот козочек обожаю доїть, а клізмочки делать не люблю. Ну хіба ж можна ставати на заваді у такого чистого пориву? Спробуй, може і так вдасться подоїти. Та спершу треба помити вим'я. Вона уже вимита. Вот такой чистой её вымя ещё никогда не было. Хорошо, я вытираю, да, вот эти полотенечко. Ой, молодец. Ну поцелуй Илочку, поцелуй. Мартусь, давай без нежностей. Я в тебя влюблена, но без поцелуев. Мы уже додаивали Марту. Начали улыбаться там друг другом, шутить. Вот. Вот нормально. Марта, ты просто космос. Вот так вот работаешь, работаешь. А потом какая-то коза. И все портит. Как бы я вроде бы как бы и сделала, но толку от этого было мало. А у Харкові Світлана просто помирає від цікавості. Що ж це за клієнти такі у панянки? Добре, що на неї вже чекає Аліна, аби все пояснити. Здравствуй. Привет. Привет.
Дело в том, что Ила занимается брендингом для разных компаний. Но перед тем, как сделать какой-то бренд, она тестирует на себе все. А сегодня ты находишься в Харьковском аэропорту. Круто. Ила разрабатывала для нас дизайн нашей летной школы. И сегодня ты попробуешь услугу нашего аэротакси. Круто. Я с удовольствием. Я очень счастлива. Ну вот, сегодня будешь летчицей. Ты шо? Круто. Это была огромная моя мечта полетать. Я никогда в жизни не думала, что я действительно ее воплощу. Сначала вроде с одной стороны и хочется, а с другой стороны и страшно. Угу, взлетаем! Это вообще класс! Это было шикарно. И для меня, не знаю, никто такого никогда в жизни не делал, чтобы... Ладно там машину арендовать, но самолет. Я сейчас сердце выпадет. Ощущение вообще супер. У меня мурашечки полностью до пяточек, вот так вот по пальчикам. Я просто летела, и все вот это по мне ползало, ползало, ползало. Очень круто. Я в шоке. Ну как красиво. Мечты сбываются. Ура! Я просто смотрела с открытым ртом в окно, наблюдая за всей этой красотой. Вот это было очень круто, мне очень понравилось. Мечта сбылась. Ура! Мечта сбылась! Ура, супер, ура, ура! Супер, супер! Спасибо, спасибо. Рада, что вы смогли сделать тебя счастливой. Я для себя поставила цель, что в следующий раз я взлечу не на месте пасажира, а на место пилота. Нові цілі у житті – це ж чудово! На Миколаївщині для панянки завдання не закінчуються. Да, Ілочка, нам нужно ще посадити чеснок. Это чеснок зимний, і важно його посадити на зиму. У Світи є знакомая, которая у неї прийняла 20 кг чеснока, 50 рублей за кілограм. Оптом, что даже Свете не пришлось там стоять на рынке. То, что она за него получит, это смешные деньги. 50 гривен за килограмм чеснока. Ничего больше на ум не приходит, как просто ее желание поработать. Вот она такая девчонка, видимо, трудолюбивая. Банку надо чеснока эту посадить. Хорошо. Вот туда. Да. И вот, а где заканчивается ваше владение? Вот. До этих бурену. Вот там, да, вот до бурену. Да, ну хорошо, дети, тогда до завтра. Я думаю, у меня до завтра как раз все получится. Но я надеялась на женскую солидарность. Ну как бы она поймет, что я сама не смогу этого сделать и захочет мне помочь. Тетя Инна просто ушла. Это такого рода гимнастика с наклонами, все как надо. Что, у меня же спинушка болит, так это только первая грядочка. Скопал все, посадил, поставил 3 часа вода греет, покупался, отмыл всю одежду, стиральной машины у Светы нет. Классно тебе, Светка, тут живется. Самое лучшее просто пара обуви, которая у меня была. Тапки оленя, олень. Сидела очень долго, уже солнце зашло, уже на улице было темно, когда она пришла. Боже мой, я уже тебе хотела бежать искать ночь на дворе. Я это сделала. Что, все посадила? Все посадила. Не знаю, насколько качественно, но я старалась. Но я думаю, мы весна покажет. Для Светы очень важно, чтобы этот чеснок зашел, потому что это деньги. Тим часом у Харкові Світі також нудьгувати не доводиться. Дівчина просто зараз під керівництвом тренера Іли Сергія займеться своїм тілом. Відкриває двері. Сидить стрьомний мужик. Такий у нього взгляд такий, іменно стрьомний такий. Мені стало страшно за себе. Я тренер по флай-йогі. Приглашаю вас в великолепніше путешествие і ощущення, які ви ще не испытывали. Можно попробовать. Я не понимала, что это такое. Со мной ничего не будет? Конечно, будет. Я же все-таки мастер. Мне уже страшно. А когда я увидел Светлану, сначала по ее скованности, по ее некой небольшой сутулости, я почувствовал, что с ней придется поработать. Возьмись за удобные ручки и просто повисни. Больно? Да, мышцы напрягаются, но больше я не могу. А ты сделай так, как тебе комфортно.
Думаю, ты сейчас я с тобой все сделаю, я тебя сейчас в американский узел свяжу. У меня нету гибкости, я не гибкий человек. С пластикой туговато, но туговато не потому, что у нее тело такое жесткое, а потому что она думает, что у нее нет гибкости, у нее нет уверенности в себе. Расслабь свою ногу. Вот не могу не расслабить, больно. Дыши, вдыхай нечто новое, впускай это в себе. И отпускай проявление боли. Что я могла выдохнуть? У меня получалось вдыхать боль или не выдыхать боль, только вдыхать боль, постоянную боль. Теперь из этого положения опускайся вниз. А как это сделать? Опускай руки, расслабляйся. Кости хрустели, мышцы болели. Чувствую себя летучей мышью. Это очень было тяжело. Старайся еще расслабить свою спину в каждом отделе позвоночника. Куда ее еще больше расслабить? Я раньше думала, что я спортивный человек, что у меня все-таки физическая работа. Оказывается, я не спортивный человек. Бэтмен. Ага. Я спасу мир. Нет, я так не сделаю. Еще немножко поработать, уже на следующее занятие она уже поймет, как у нее тело двигается. За одну неделю она станет гораздо мягче. Сохраняй те ощущения, которые ты испытала. Я обязательно их сохраню. Я никогда их не забуду. Благодарю за внимание. Спасибо и вам большое. Для одного раза вот так вот попробовать, почувствовать это один раз, что это такое, это достаточно для меня. Больше я бы такого в себе в жизни не хотела заниматься этим. Вечір на Миколаївщині більш традиційний і дуже спокійний. Ілочка, так як Світова мене в'яже, я хотіла, щоб ти їй допомогла хоч одну пару носочків дов'язати. Ну, хоть одну. Когда Ила удивилась, да, там, что там, ой, это 40 рублей, это разве деньги можно купить? Ну, для нас, сельских людей, это для нас большие деньги. Ну, носки точно не вязала за 40 гривен. И наверняка ничего бы не делала за 40 гривен, это слишком мало. Меня интересует вопрос, где папа Киры? Она устроилась в ресторан, там и познакомилась с этим Сергеем. Встречались они недолго. И потом они поругались, он ей звонил, она ему ответила, не звони мне, я, во-первых, вышла замуж, и я уже жду ребенка. Она еще не знала, что она ждет ребенка, но как бы она ему говорит, чтобы как бы ему больно сделать, чтобы он больше не звонил. Мне непонятно, почему она вела себя так или иначе в той сложившейся ситуации. Но то, что ребенок не должен расти без отца, это факт. Ну, наверняка вы пытались сообщить Сергею, что Светлана беременна. Искать его. Мы его нашли. Нашли? Когда уже Света была 5 месяцев беременная, он сказал, вот там ты работала на море, там и ищи отца ребенка. Я не знаю, как Света решила, но я все-таки надеюсь у меня, что вот у Киры будет папа, но не Сережа. Было видно, что в какой-то момент Ила прям закипела. Мне очень жаль, что Сергей не знает, насколько у него прекрасная дочь растет. Какая она красавица, какая умница. Я надеюсь, что в будущем он поймет, какую ошибку он совершил. Мои родители тоже живут не вместе. Но тем не менее, мне достаточно внимания со стороны отца, со стороны матери. Это очень важно для меня, они моя опора и поддержка. И мне бы хотелось, чтобы у Кирочки было то же самое. В итоге мы, конечно, носки не довязали, но при этом у нас была приятная беседа. Мы посекретничали между собой. На такій дівочій ноті закінчується другий день обміну. Здається, за сьогодні дівчата добряче освоїлися у життях одна одної і мирно засинають в очікуванні чергових завдань. Останній день починається для селянки раненько, адже ще стільки всього цікавого навигадувала для неї непосидюча Іла. Привіт, Світлано! В останній день свого розкішного життя самі популярні стилісти міста перетворять тебе на леді мегаполісу. А ввечері на тебе очікує пікантна вечірка разом з моїми подружками. Бюджет на сьогодні 4 тисячі гривень. Відірвись, Іла! Поспішай витратити все до останньої копійчини. Як справжня жінка, почни з салону краси. Майстри готові почати роботу негайно. Дивіться далі. Неочікуваний інцидент у селі.
королівське перетворення у місті. Как будто я на какой-то бал сьогодні попаду. Залишайтеся з нами. Офігеть, це шок просто. Побольше ярких моментів в вашій житті. За вас. Спасибо. А Света у салоні краси просто як сир у маслі катається. Турботливі руки майстрів створюють для селянки справжню казку. Нова зачіска, вечірній макіяж та тремтливе очікування свого відображення у дзеркалі. Я дуже чекала цього моменту, всі ці 3 дні. Боже, це я? Боже, як красиво! Які брови, ресниці, губи. Боже, я в шоке. Не знаю, так дорого все. Как будто я на какой-то бал сегодня попаду. А это на сегодня ваш наряд. Боже, какой красивый. Мой любимый цвет вообще. Буду как принцесса. Я счастлива. Пойду примерю ее платье. Спасибо вам большое. Хорошего вечера. Спокойно можно было идти по красной дорожке. Я не была такой красивой никогда, даже на выпускной. Тим часом Ілу на Миколаївщині тільки починає розбуркувати вранішнє сонечко. І красуня просто в ліжку знайомиться зі своїм планом на день. Прокидайся, дорогенька. Сьогодні прибери подвір'я, а надвечір зустрінешся з моїми друзями. Твій бюджет на сьогодні – 50 гривень. Скоро побачимось. Ну, з таким бюджетом, звісно, ми скоро і увидимся. Довго я не погуляю на ці гроші. Зате, скільки ти всього корисного ще встигнеш зробити для тимчасової родини. Тебе вже чекає Святин відчим, дядя Вова, аби розказати, що саме треба прибрати з двору. Сьогодні у тебе завдання таке. Треба ізбавитися від цього сухого дерева. Інструмент, от, срізати. Срізати. Або срубити. Ви думаєте, у мене хватить сил це зробити? Ну, у Свети хватає. У Свети хватає? Так а що ж тут такого? Пиляєш собі і все. Спробуй! Ні, ну це іздівательство, чесне слово. Мені б хоча б показали, як це робити, мені потрібно правильно. Ну, він як типічний мужчина, да? Показав, що... Ні, точніше, не показав, а просто сказав «на і делай». Я так не привикла. У мене так спина болить. У Світлани не дуже удобна кровать. І взагалі у Світлани не дуже хороша життя, судя по всьому. Тяжела. Я просто вошла в азарт. В какой-то момент мне это показалось даже кайфовым. Что там внутри? Почему оно так проблематично отбивается? То сокирою, то пилкою, то знов сокирою и знову пилкою. Ніяк дерево не піддавалося нашій тендітній пані. И в какой-то момент у меня просто так затекла спина, что я решила повиснуть на веточке. Жесть. Ребят. Мало ли что, вот она так нескладно сложилась. Жалко ее немножко. Больно. Мне пипец как больно. Ничего не сломала? Сейчас проверим, дядь Вов. Ну, знаете, вот в этой истории у меня получилось. Это были единственные секунды, в которые я отдохнула от всего, что происходило. Ручки покажи. О, мозоли набила. Пойдем. Отдыхать будешь. Вот это да, спасибо. Дякувати Богові з панянкою все гаразд. Упевнена в собі, яскрава і стильна Свєта готова до свого останнього вечора у великому місті. У розкішному ресторані на неї чекає жіноча компанія. Ілини подружки, мене звати Інна, це Каріна і Євгенія. Дуже приємно, Свєта. Ти потрясающе виглядиш. Спасибо большое. Эти губки красные, эти ухоженные, красивые, блестящие волосы. Очень хорошая девочка, очень милая, очень искренняя улыбка. Я не думала, что меня так встретит тепло. Нет, ну расскажи нам, как ты провела эти 3 дня? Это было, я не знаю, это было что-то с чем-то. Самые приятные вещи то, что сбылись 2 моих мечты. Я полетала на самолете и была фотосессия. Я только вот здесь поняла, что все-таки я могу быть красивая. У меня красивое тело. Я много чего в жизни поняла. Она насытилась настолько жизнью, энергия из нее прям пульсирует, она хочет что-то изменить. Светочка,
А теперь у нас для тебя сюрприз, от которого ты будешь просто в восторге. Ты пойдем? Готова? Пойдемте, я готова. Я уже за это время, честно, не знала даже, что себе и думать. Интересно очень. Ты готова? Да. Готова? Ну, поехали! Мужчина твоей мечты. Проходи. Офигеть. Это шок просто. Смущение у меня было. Потому что я такого не видела никогда, как он так вот ровно лежит и не создает никаких звуков. Я такое видела только по телевизору. Это получается, еще сбылась одна мечта. Да ты что? Это прекрасно. Я считаю, что мечты должны сбываться. Боже, как круто. Ой, а он такой тепленький. Я сейчас все места попробую. Я бы себе, допустим, его бы домой забрала. Борщи бы ела на нем, картошку, котлеты. А какие тебе мужчины нравятся? Вот такие вот, как вот это, лежат на столе. Может, я его, наверное, заберу с собой? У нас нету такого, чтобы дарили 101 розу, чтобы красиво ухаживали за девушкой. Может, есть такие случаи, но это единичные случаи. В основном стараются, блин, а как бы мне бы свою попу пригреть возле нормальной девушки, и она бы мне что-то купила. Может быть, даже и обеспечила. И так. Были у тебя такие парни? Были у меня такие парни. Которых обеспечивала ты? Да. Когда я услышала, что она содержит мужчин, для меня это вообще привыкло в шок. Потому что женщина не должна содержать себя. А тем более еще и содержать мужчину. Значит, нужно не там искать. Я сделала для себя выводы, что действительно не там ищу, и будем искать в другом месте. Мой последний вечер закончился в Харькове вообще на приятных таких нотках. Я была счастлива. Мне даже не хотелось уходить оттуда. У селі Садове друзі Свєти також вирішили провести панянку із почестями та запросили її до єдиного бару у цій місцині. Давайте знакомиться. Давай. Меня зовут Ила. Я Женя. Женя, очень приятно. Я Лена. Лена. Виталий. Здравствуй, Виталий. Я думала, что панянка придет вся такая, растакая. Вы не все такие, как я. Вот самое мое такое страшное впечатление – это я отрубила курице голову. Зарубить и разделать – это обычное дело любой девушки, которая живет в селе. Девчонки, а где вы работаете? Где вообще в селе люди работают, скажите? Я работаю на поле «Разом света». На поле? Я на тоже поле. По полям, но не так часто. Ой, девчонки, мне пришлось садить чеснок. Спина у меня болит по сей день. А так 8 часов мы не разгибаючись, да? Света на поле. А когда у тебя есть поле, есть много-много буряка, на который ходила Света, и ей не платили за выносливость, ей платили за то, сколько она соберет. Мешок буряка 5 гривен. Мешок, большой мешок. И теперь представь, каково, чтобы заработать даже тех 100 гривен. Девочки, встаем и уезжаем отсюда. Быстро! Все встаем и уезжаем отсюда. Мне кажется, мешок стоит дороже, чем их работа. Я недавно готовила борщ. По-моему, я один буряк купила за 5 гривен. Лучше их продавать. И иметь денежку себе, чем их выкапывать. Я послушала Илу и поняла, что нету смысла оставаться здесь. Но почему-то вот на 70% я уверена, что все останется так, как вот было прежде. Сегодняшний вечер мы с вами подруги. А своим подругам я всегда желаю, чтобы они в первую очередь были открыты сами перед собой. Реализации, самоутверждения, побольше ярких моментов в вашей жизни. За вас. Спасибо. Спасибо. За эти 3 дня в селе. Я поняла, что это бессмысленный труд. Я просто знаю другую сторону. Знаю, как можно иначе зарабатывать деньги. Я знаю, как можно иначе жить. Поэтому я ничего не поняла. Я поняла, что человек просто хочет здесь быть. Ей все нравится. Потому что если бы ее что-то не устраивало, она бы давно уже отсюда бы уехала. Я истощена. Морально, физически. И вообще, хочу домой. Триденний експеримент завершено. Дві цілковито різні дівчини знов повертаються у свої життя. Позаду чимало пережитих емоцій, виконаних завдань та нових зустрічей. Чи змінять вони в собі хоч щось? Дивіться просто зараз. Привіт. Здравствуй. Мене звати Іла. Света. Дуже приємно.
Она очень красивая. Она такая худенькая, такая тоненькая. Конечно, для села таким девочкам очень сложно. Рассказывай, как тебе 3 дня в Харькове? Было много чего приятного. И с одной стороны, были неприятные моменты. Симпатичная девушка. Да, немножечко видно, что девушка из села, но в целом хорошо выглядела. Допустим, иголовкалывание. Я испытала очень большой страх. Я против этих иголовкалываний. Я вообще за естественную красоту. Я думаю, что можно обойтись какими-то масочками. Я скажу больше, я делаю маски и различные процедуры, плюс мезотерапия, потому что все нужно делать в комплексе. Ну, как бы, извините, красота требует жертв. Потом уже флай-йога. Подумала, что это будет расслабление. Но когда я залезла на вот эти ленты, чувствовала только боль. Это не больно, это приятно. Это больно, я так не устаю дома, когда работаю на поле. Я вышла с флай-йоги поломанная. Занятие спортом – это всегда более приятнее и легче, чем вот целыми днями горбатиться на огороде. Как тебе мои друзья? Встретилась с твоей подругой Алиной. Она меня поставила на истинный путь. Я ставила себя на последнее место. И то, что я начну себя любить для того, чтобы ребенок смотрел на меня и брал с меня пример. Я буду очень счастлива, если с помощью меня, моих друзей, Светлана поменяет свою жизнь или хотя бы взгляды на свою жизнь. А как у тебя прошли 3 дня? Для меня было шоком, как девушка может убить петуха. Ну, у нас в селе такое делает. Мне кажется, для этого есть мужчины. Я заметила, что в вашем селе с мужчинами есть определенные проблемы, но рядом же села еще есть. Можно где-то поискать и найти того, кто будет вместо тебя это делать. Все было бы ничего до того момента, как мне не сказали, сколько ты получаешь. 5 гривен за целый мешок. Да, это правда. И сколько? Как много ты за день вот могла заработать? В среднем день 150-200 гривен. Это надо. О боже, это сколько нужно собрать? Ну, ты герой. Но нужен ли этот героизм? У нас это нормальный заработок. Вполне приличный. Другого заработка нет. Света, я очень рада, что в наших жизнях с тобой произошел такой вот обмен. Хочу тебе пожелать самореализации. Спасибо тебе большое. Мне бы хотелось, чтобы мы продолжали общение со Светой и, возможно, какую-то помощь, если она будет ей необходима. Она очень милый, прекрасный человек, с ней легко общаться, и я хотела бы пообщаться с ней.